Всем привет! Сейчас немножко расскажу. Сегодня были в тире и немного пострелять получилось. Значит, была поставлена новая оптика и на Випер 223. Начали ее пристреливать. Первый выстрел, второй. Сделали корректировочку. Немножко перепрыгнули. Сюда-сюда вывели. Начал стрелять. Потом SP-356 Soft Point. Вот он патрон. Пачка. Надеюсь, что видно. Вот. Сразу же выдана вот такая куча на холодном стволе. Так, резкость. Потом продолжили стрелять. Уже вот здесь. Вот она куча. Здесь у нас получилось, не знаю сколько там, 2,5-3 сантиметра. 2,5 на 50 метров. 50 метров. Так. Значит, потом продолжили стрелять. Ну, ствол начал нагреваться. Немножечко разбросики пошли. Ну, тут уже 5 сантиметров. Это все 50 метров. Так. Потом немножко постреляли, это 3,56. Немножко постреляли с коллиматора. Кстати, китайский коллиматор на 50 метров. 50 метров. Выдал вот такую кучу. Два с половиной сантиметра. Чудеса. И это стрелялось, скорее всего, ФНГ-шкой 3,5, 3,56. Нет, 4 грамма. Так, потом это ребенок пострелял с коллиматора, потом поставили 4-граммовые. 4-граммовые СП. Здесь уже ствол был горячеватый. Соответственно, вот наша куча на 50 метров. 4 сантиметра, 4,5. Еще раз попробовал. Ну, тут, скорее всего, отрывчик. Затем ставили коллиматор, снимали и начали стрелять ФМГ-шкой. 4-граммовая ФМГ. Сейчас покажу ее. 4 грамма ФНГ. Ну, немножко СТП сместилось. Я сделал корректировочку. И в итоге уже горячий ствол. Горячий ствол. 50 метров. ФНГ. Випер 223. Так, ну получаем 4,5 сантиметра. 4,5 сантиметра. Ну, в общем-то, нормальная такая рабочая куча.